Открытие интернет-магазин. Представляем видеокамеру Jansun Wi-Fi Recorder. Что это за камера? Модель это S200, S300, S400. Там есть небольшие отличия по функционалу, но в общем они все одинаковые. Это удобная Wi-Fi камера, которая позволяет снимать видео на автомобиле в высоком качестве. Используется камера Sony как основная камера. Ну а сам вид камеры рассчитан на то, что она размещена у вас за зеркалом заднего вида. Размещается она таким вот образом, приклеивается и фиксируется. Можно снять вот эту вот штуку для того, чтобы более качественно поставить, закрепить и красиво это было. Причем длина может быть разная. Так, посмотрим, как снимается. В комплекте еще идет другое устройство. Но это не устройство даже, это вот так вот закрепить, чтобы не было видно кабеля и все было очень аккуратно. На это сделан расчет. Так, посмотрим сейчас в инструкции, как это снимается. Дальше в комплектацию входит инструкция, очень важный элемент. Также специальный кабель подключения. В этом кабеле у нас подключение используется выход на много штырьков. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штырьков. Фишка. Вставили. Почему 8? Потому что именно в данной версии S200 есть способ подключения этой камеры как к вашей штатной магнитоле, где есть монитор. Потом идет подключение, прячется это все под крышей. Здесь предохранитель. Предохранитель подключения на панель, где у вас стоят предохранители. Она стоит фиксированной и делает запись. Управление производится с помощью программы. Также в комплекте идет отвертка, для того, чтобы не перепутать плюс-минусом. Сюда вставляется карта памяти. Как она вставляется? Именно вот таким вот образом, как я показываю. И назад она выскакивает. Это управление и включение и выключение камерой. Чтобы увидеть, что делать с камерой, кстати, управление версии S300, здесь есть еще двигающаяся сама камера. Здесь камера фиксированная. Угол обзора камеры здесь 270 градусов. Давайте посмотрим, как снимается у нас фиксатор. Если здесь нарисовано, значит он должен быть. Ну, только расписывается пароли. Хорошо. Чтобы снять фиксатор, нужно выкрутить отверткой данную вот штуку. После того, когда выкрутишь, он спокойно выходит назад. Именно так продумано в этой модели. Поэтому так просто не снимешь. Дальше просто ставится на место держатель. Кстати, эта штука фиксируется на стекло. Очень крепко. Потому что 3М-овский скотч. 3М. И можно снимать в случае необходимости саму камеру. Если нужно снять ее и пользоваться данной камерой. И ставить на место. В этом как раз и есть удобство. Теперь самое главное, как установить программу, для того, чтобы управлять данной камерой, сделать настройки, выставить время и все остальное. Для этого открываем при специальном листочке QR-код. Смотрим, здесь у нас есть для iOS и для Android. Не забываем, что нужно подключиться по Wi-Fi потом, который генерирует данная камера, и ввести пароль. Здесь указан пароль для подключения по Wi-Fi. Для этого нужен нам сканер штрих-кодов. Так как у меня телефон Android, я выбираю именно QR-код для Android. Вот он считывается. Открыть нужно через браузер. Это у нас получается программа, которую мы устанавливаем, называется RoroCam. Здесь можно установить сразу, можно установить программу, которая его установит. Ну, я бы также попробовал поискать эту программу в Play Market. Давайте сразу это сделаем. Скорее всего, эта программа может быть еще и в Play Market. RoroCam. RoroCam.
Да, есть вот различные программы RoroCam. Их можно пробовать и, скорее всего, они будут совместимы. Но мы сейчас установим на ту программу, которую рекомендует сам производитель. Для этого скачаем эту программу. Делаем загрузку. Даем разрешение на скачивание. Даже пишет, что он может подтвердить. Может быть такое, что установится сначала приложение, которое скачивает эти программы. То есть своеобразный китайский Play Market. Это связано с тем, что в Китае не работает Google Play Market, поэтому вынуждены действовать именно так. Ну, да, так оно и есть. Сначала будет установлена программа, которая скачивает разные приложения, то есть Play Market. Только после этого даем все разрешения. Можно скачать RoroCam. И вот сразу предложение скачать RoroCam 3,3 мегабайта. Еще раз говорю, можно брать и другие программы с Play Market и пробовать. Скорее всего, все будет работать нормально. Так. Ладно, найдем напрямую. Вот программы. Причем есть старые, есть Rogo и Roro. Нам нужно Roro. Кам. Скачиваем. Пошло скачивание. Дальше устанавливаем. Открываем. Если у вас уже подсинхронизировано устройство по Wi-Fi, вы сможете без проблем, как видите, программа русифицирована, сделать определенные настройки. Куда хранить информацию, как наблюдать, галерея за всеми видео, которые есть на вашем устройстве, и само устройство. Устройство нужно будет добавить. Нажав плюсик, найти это устройство и ввести, выбрать необходимое устройство. Далее откроется полностью меню, которое нужно для работы. Ну и можно сразу, если вам мешает, например, оно вам не нужно, этот Play Market китайский, вы можете его сразу деинсталлировать. Он нужен только для того, чтобы установить программу RoroCam. Удачного использования с качественной продукцией компании Jansun совместно с компанией Certec. Спасибо.